Итак, всем привет! 18 января 2020 года, Минск, проспект Независимости, торговый центр «Столица». Практически все готово к началу третьего турнира «Павлова Сноубол». Идет разминка перед первым матчем женской категории, в которой будет представлено 4 команды. Первая пара – это «Горизонт» против БДУ «Цмоки». «Горизонт» в фиолетовой форме, БДУ «Цмоки» все в синий. Команда «Горизонт» – это резерв национальной сборной 3 на 3. Номер 23 – Янина Инкина, номер 9 – Наталья Ануфриенко, номер 26 – Даша Строк и номер 12 – Кивлят Виолетта. И команда БДУ «Цмоки». Команда которая образована на базе Государственного университета. И профессионального клуба «Цмоки Минск». Номер 16 – Люба Чеховская. Номер 13 – Ксения Бецковская. Номер 9 – Басалыга Ульяна и номер 10 Лужацкая Екатерина. К сожалению, произошла замена. Я так понимаю, по травме не смогла принять участие в турнире Анастасия Чайка. Вместо нее Ульяна Басалыга. Судейский тандем у этого, на этом матче Александр Ерема и Куринович Валерий. Тем временем первое очко набирает команда «Горизонт». Сразу скажу, что также в женской категории будет вторая команда от клуба «Горизонт». И также команда из Гродно, команда под названием «Виктория». Дальний бросок от Кивляк Виолетты не точен. Здесь команда БДУ «Цмоки» пока находится в поиске. Итак, Павлова Сноубол. 2 года назад мы начали, в 2018 году. Был только мужской турнир из 16 команд. Победителем стала команда «Рига Гетто» в финале, обыгравшая команду «Роснефть». В прошлом году здесь уже второе очко «Горизонту» приносит... Конечно, не всех девчонок я еще знаю. Безусловно, получил определенное количество информации. Буду стараться сейчас вас знакомить. Хорошее открывание. И второе очко подряд от Инкиной Янины. 3-0. Ох, здесь тяжело, тяжело. Бецковское было. Слишком большое преимущество в росте. Номер 9 – это Ануфриенко. Ануфриенко Наталья не забросилась под кольца. Нет. Дальними подбор за БДУ «Цмоки». Бецковская еще раз мимо. Подбор за Ануфриенко. На Инкину Янина из-под кольца пока мимо. Чеховская. Нужно всем прогреться. Сейчас неизбежно будет сначала много промахов. Нужно прогреться, пристреляться к кольцу, поймать ритм, продышаться. Эйрбол. Так вот, в 2018 году у нас была только мужская категория. Турнир выиграла латвийская команда «Рига Гетто». В прошлом году уже 2 категории, и мужская, и женская. Победу одержала команда «Тим Беларусь».
по-моему, в прошлом году, то ли в полуфинале, то ли в четвертьфинале, Наурис Мезис получил травму, и команда Рига Гетто не вышла даже в финал. И в финале уже две белорусские команды сразились. Тим Беларусь обыграла Вим Юнион. Вот. И также был женский турнир, в котором победили девчонки, которые впоследствии на вторых европейских играх в Минске заняли третье место. В том числе с Фалом. Не просто забила, но еще и с Фалом, и наращивает преимущество команды «Горизонт». Уже 4-0. Но штрафной мимо. Лужацкая Катя промахнулась из угла дальнего. Хорошее прорывание. Шикарно разыграли, но не сумела завершить из-под кольца. Еще один горшок. Ануфриенко. Передача наверх, вторая внутрь. Кивляк из-под кольца. 5-0. БДУ Цмоки пока еще в поисках пути к кольцу. Не могут поместить себя на Пабло. Здесь дальний, первый дальний бросок. Кивляк Виолетта. Наконец-то первое очко поместили себя на табло команды БТУ Смоки. 7-1. А тут Кивляк не останавливает. Нагрела эту точку. И две подряд двушки положила. 9-1. 9-2 из-под кольца. Ну вот, нашли путь к кольцу. Теперь может быть попроще. Теперь надо отбиваться. Так, есть один стоп. Под кольцо. В левую руку проходила. Нашла контакт, не забила. Но будет пробивать штрафной бросок. Как раз... прошу прощения, не было. Кивляк. Третья подряд. Двушка. Айда Виолетта. И перехват. Хорошо перекрыла траекторию передачи. Строк Даша и... Браво. Инкина. Еще двушка. 13-2. Кивляк. На строк Даша промахивается. Еще одна потеря у БДУ Цмоки. Кивляк перехват. Строк на Кивляк. Виолетта. 4:37 играть. Подавляющее преимущество по счету и по игре команды «Горизонт». «Горизонт» — это женский профессиональный клуб 5 на 5, который выступает и, в частности, в Европейской женской лиге. Надо сказать, что так же, как и в прошлом году, в этом этот данный турнир является и также просмотром кандидаток в национальную сборную. Повторюсь, команды «Горизонт», как раз которая, да, сейчас и лидирует. На девушек из этой команды большие планы, надежды у Федерации баскетбола Беларуси. И опять же, на этом турнире, может быть, кто-то выстрелит, заявить о себе. Так что этот турнир, естественно, является большой площадкой для просмотра кандидатов в национальную сборную. Ну и, естественно, популяризация баскетбола 3 на 3 в Беларуси, которая
в Минске. Уже было анонсировано сейчас. Летом пройдет одна из стадий Лиги наций U23. Кивляк. Виолетта дальний мимо. Фол. Достаточно корректная игра. Всего три фола на две команды. За 3:07 до конца. Да, и, конечно, о самом главном надо сказать, что женская белорусская команда 3:3 пробилась на квалификационный олимпийский турнир, который пройдет в Индии. И вообще женский 3:3 очень серьезно развивается в Беларуси. Также по различным молодежным командам U17, U18, U23. Девчонки и парни готовятся к выступлению в отборах. Тут, пока я это рассказывал, Даша Строк забивает издали. По-моему, все, кроме Анфренки и Натальи, забросили по двушке минимум. Посмотрим, будет ли Наталья бросать. Так, и Нина Инкина промахнулась издали и не успела за своим же подбором. Очень результативно играет Горизонт. Четыре, три, две, одна. Успела выбросить, засчитали этот бросок, но мимо кольца. Успела до сирены выбросить. Ох, браво, браво. Виолетта Кивляк указала вправо, развернулась влево, забилась под кольца. 17-3. И вот как раз дальний бросок от Нафриенки Натальи. Пока мимо, полторы играть. Перехват от Наташи и браво. Какое неэгоистичное решение. Вместо броска абсолютно была свободна Наталья, но приняла очень командное и грамотное решение, абсолютно стоящее в одиночестве под кольцом. Даша Строк последовал передаче и без проблем переправил в кольцо шарик. 18-3. Также была целая серия турниров женского 3:3 в Минске, в Беларуси, под названием «Ее мир, ее правила». То есть, повторюсь, это все говорит о том, как в Беларуси занялись развитием женского 3:3, делают на нее ставку. И на мужской, безусловно, тоже, но об этом речь чуть позже. В частности, разговор пройдет, анонсируя заранее, про команду «Цмоки Минск». А тут у нас пока расстояние уже дальнего броска до победы. Посмотрим, будет ли горизонт. Так, здесь пока гоняют мяч, ищут что-то свободную позицию. В итоге через руку на победу бросала Кивляк. Не попали. Подбор за БДУ Минск. Белорусский державный университет, как он так расшифровывается. И осталась одна Енина на победу. Браво, не знаю, наверное, 7, если не 8 дальних забросили в этой игре горизонт. Разгромная победа, 21-4. И следующая игра как раз между командами «Виктория» из Гродно и «Горизонт-2».